Всем привет! Сегодня у нас очередная распаковка посылки из Китая. Пришла посылочка вот такая вот маленькая, плоская. Значит, заказывал 2 звезды на RootWide. Сейчас я открою, посмотрим, как они пришли, запакованные. Посылку я уже распаковал. Пришли вот 2 звезды, такие вот черного цвета. Размер получается 104 на 32, вот указано. Так, сейчас поставим ее, вот такого черного цвета с надписями Декос. Если неправильно прочитал, подправьте меня в комментариях. Narrowed white. Получается, зубья одна тонкая, другая шире идет, и одна выше, другая ниже. Цепь получается не слетает. Классные звезды. У меня у самого такая стоит. Пользуюсь уже недавно. Все, спасибо всем за просмотр видео. Подписываемся на канал, ставим лайки. Все, всем пока.